могу сказать, что сильно жалко. Будет другой кофе. Печально, конечно, что это происходит сейчас в стране. Мы это переживем. Я считаю, будет другая альтернатива. Я не переживаю о том, что Макдональдс закроют. И я считаю то, что спасенные жизни намного важнее, чем вкусно поесть. Жизнь ухудшится, я перестану смотреть свои любимые фильмы на Netflix, перестану покупать вещи в своих любимых брендах, потому что они все закрылись. Я перестану путешествовать, это и, в принципе, моя профессия уже, считаете, не нужна, потому что сейчас введена жесткая цензура, и как я буду работать, где хотела, я не знаю. Не отражаются. Лекарства я покупаю советские. Мне это зарубежные не нужно совершенно. Мебель, мне она тоже не нужна, у меня все есть. Что еще? Как говорится, санкции на меня никакого смысла не отражают. Как в советское время, что у нас было? У нас не было ничего. И жили мирно, спокойно, и все. А сейчас... Уже закрыто. Я, в частности, гид, экскурсовод. Я работаю с русскими иностранными туристами. И, конечно, мне моя работа очень нравится. И уже 2 года я очень редко вожу иностранцев из-за ковида. И боюсь, что санкции приведут к тому, что... Туристов также будет мало и в этом году.